Сынуля, привет. Что, ты готов в школу? Почти. Почти готов? Сегодня что у нас? Среда, физра. Да? Физра. Ой, какая физра? Завтра физра. Ну, если выздоровеет только, да, учитель? Угу. Так, тебе помогать портфель? Там? Я был кушан. Тут и этот, и брелок. И брелок сюда. И сама сменка, кинкушин. Угу. Мама, скоро уже начнут эти всякие там картины кинкушин сделать, да? Скоро это будет фирма всякой ткани. Угу. Да? Иди, я только тебе капюшончик поправлю. Киокушин ты мой, киокушин. Кио? Так, сегодня же нам же на киокушин твоя. Ну да, я думаю. Папа. Все, сыночка, папе позвонишь. Надеюсь, поиграем сегодня в футбол. Папе позвонишь, хорошо? И тебе. Угу. А тут еще один мальчик проснулся. А вы не знаете этого мальчика? А мама не знает этого мальчика. А вы не знаете, кто это за мальчик? Мальчик, как тебя зовут? Ляля. Как? Ляля. Ляля? Да. Нет. Афонечка. Да? Дети уже на улице, и Зоя приехала, и Сережа. В общем, Сережа там с ними играет, а я сейчас буду готовить такой быстренький обед. Спагетти хочу отварить и... Хочу еще приготовить гуляш. Достала тут мяско, и вот этот гуляш будет, который порошок с маги на второе. Вот, так что сейчас буду этим заниматься. Так, ну что, здесь у меня мясо с лучком. Вот еще потерла морковочку, буду сюда добавлять. Вот развожу вот такую мясную приправу для подливы от маги на второе. Вот. Буду потом в конце все это заливать и тушить этой приправкой. Там в рецепте не сказано морковку и лук класть, но я все же люблю, чтобы подлива была именно тертой морковкой. И здесь вода на спагетти у меня уже скоро закипит. Так, все мясо тушится, спагетти готовятся. Отличные пожарники. А у детей перекус. Да? Угу. Ты любишь шарики с молоком? Папа! Папа на работе, да? Папа работа. Обед я приготовила. Все, мяско потушилось. Я его попробовала. Не солила, но оно и так солененькое, потому что в составе вот этой гуляша от Маги есть... соль. Я сделала побольше подливки, потому что мы любим очень, даже больше, чем мясо, подливку поливать. Все, спагетти тоже готовы. Сейчас хочу быстренько, пока такая хорошая погода еще держится, снять шторы, на кухне постирать. Вот, так что сейчас этим займусь. Так, ну что, я уже мою окна. Вот это вот я помыла окно и сверху мою трубу, где достаю, ну, в общем, вот это отопление. Батарею мою, как всегда, внизу. Тоже трубу отопления и сами окна мою. Так, вот тут вот тоже уже начала. Осталось только стекла протереть на первом окне и батарею. Мою стекла, как я уже показала, вот этим фаберликовским пшикалкой, старым полотенцем. Все это протираю. Вот, и как раз у меня там вот под навесом дети играют. Я все слышу, окно открыто. С Сережей они там в футбол играют. Птеньки. Все, мы окна помыли, батареи помыли, да? У нас батареи, конечно, мыть их супер-пупер сложно. Туда хочешь? Ну, надо одеваться, шортики одеть. Что там? Застряло? Мясо? Давай я. Ну, я обулась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Так, а мы сейчас будем обедать. Спагетти наши. Сок папа купил в агрокомплексе яблочный. Так что будем кушать. У Гриши сегодня новость хорошая, да, сынок? Закончили по математике пропись номер 3. Так, а мы уже проснулись, а Фанька пошел на улицу.
Я сейчас глажу шторы, сюда себе утюг постелила, простынь вот эту махровую. Вот эти вот уже высохли шторы зелененькие, но я сначала всегда вешаю светлые, естественно. И сейчас их доглажу, развешу и потом зелененькие тоже. Так, вторую шторку я повесила. Сейчас еще одну беру. У меня, кстати, каждая штора подписана. То есть вот это первое окно и по кругу второе, третье, четвертое. И просто ручкой. Так. А, это маленькое, это, наверное, ж никак не подписано. Ну да, это ж маленькое. Сейчас его, наверное, проглажу. А здесь, в общем, на больших подписано. Вот-вот где-то подписано. Ага, ну да, вот двоечка стоит. Вот, а первую и третью я уже повесила. Вот вторая осталась. И вот эта вот четвертая, она не подписана, она просто маленькая. Но вот это вот окно межкомнатное. Так, все, шторы я постирала, все погладила. Все повесила, чтобы было побольше света, пока так сделала. Потом можно вот как угодно да. Перевесить. Грише нравится. Да, сынок? Так, а мы сейчас кушаем и поедем на карате, сыночка. Я поеду. Тебя ждем. Откроешь краник, и мы будем дальше, там не хватает. Кого не хватает? Ну, твоей короткой. А что купила короткой? Шлангу, Степан. Да. Афонечка. Папа, не трожь. Включай, Вер. А где его включать-то, Степ? А, вот. Мама, пойдешь или нет? Я найдем дальше. А ты что делаешь, сынок? Держи. Поливаете? Да, я ж хочу пойти до лебедей, мам. Иду лебедей смотреть, он прилетел. Вот они какие красавцы плавают. 5 штучек. Там где-то уточки были. Ага, вот они. Что? На карате? Нет. Компьютер? Ну иди переодевайся для начала и покушайте с папой. 2 билета от Банка России. А где ты взял Аленку-то, сына? От зайчика. А кто это? Он сказал, что мы слушались родителей, хорошо дожимались, помогали им и их слушались. Отлично. Так, я сейчас быстренько переодеваюсь, пойду сижу не помогать. Честно, ничего не изменилось, уже даже не заметила, но я была в парикмахерской. Просто подстриглась и все. До сижу даже этого не заметила. Он замечает, если вот у меня был вот такой волос, и я сразу делаю каре. Тогда он замечает, а так нет. В общем, ладно, пошла, ему сейчас помогу. Пока меня не было, сижу решил найти клад.
склад называется «Удовлетворение жены». Как? Чтобы жена удовлетворяла мужа, надо удовлетворить сначала жену. Чёрт. Логично. Логично. Так и назовем этот влог. Как удовлетворить жену? Да-да-да. Не всем это, конечно, подходит. Да. Особенно тем, кто живет в квартире, им это вообще не подходит. Да. Ну вот, ребят, тут, конечно, темно, но догадайтесь, что мы тут делаем. Я бы обся. Думала, сношаемся, приглядились. Не, я бы. Долго. Так что вот эти два кусочка держу, не будем тут картошку сажать. Ну, в общем, потом увидите, потом все покажем, что мы тут делаем. Пробуем, экспериментируем. Здесь, в общем, все перекопано. Либо картошка нас. Да. Тут, в общем, все перекопано, если плохо вдруг видно. В общем, я теперь этот кусочек буду вот этот вот делать. Теперь сижу, не поливает землю. Так, ну что, я все полила. Сижунечка тоже все полил. Мы, в общем, вместе по очереди пополивали. И теперь будем ждать, пока высохнет, все до завтра. Все темное, ничего не видно, в общем. Лови! Вова! Пи-пи-пи-пи! Пил! Пи-пил! Пил! Пи-пил! Вова! Пи-пи-пи! Бомба! 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 Пипит! Бомба! Бомба! For all the times that you ain't my parade. All the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.